Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной работает сегодня оператор Александр Худяков. Сегодня 21 декабря, а значит, самый-самый короткий световой день и самая длинная темная ночь. Потому что день зимнего солнцестояния. А значит, порадуем вас хорошей новостью с завтрашнего дня. День начнет прибавляться. Ну а пока темно, люди этим пользуются и устраивают классные праздники. Как, например, в эти выходные в саду Соловьев прошел праздник снежных фонарей. Вот любительское видео, которое прислала нам Флюра Бакеева, за что ей огромное спасибо. В подземном переходе на Старцево угол Пушкарской кипит работа. Здесь шумно, пыльно и краска такая, что аж горло дерет. Но не этим недовольны люди, которые пользуются этим переходом. Им страшно не нравится то, что на свежепокрашенных стенах, они даже просохнуть еще не успевают, появляются новые граффити. Недовольны и рабочие, которые работают здесь, в этом переходе. Своего труда людям чертовски жалко. Ну то, что мы не успеваем закрашивать даже вот эти вандалы, ну надо же, чтобы просохло наносить, его снова закрашивают. Мы раза три за неделю красим. Особенно вот тот переход нижний, там вообще все изрисовано снова уже. Мне даже краску пришлось соскоблить ее снова и снова вот сейчас надо идти. Можете сходить, посмотреть, там еще не закрашены даже местами. Оно, конечно, к каждому подземному переходу милиционера с пулеметом не поставишь. Но что-то с этим бардаком надо делать. Потому что вот так, ну, правда, неправильно и чертовски обидно. На прошлой неделе, стоящий ровненько здесь, на этом самом месте, между 140-м и 144-м домами по улице Восстания, дежурный по городу возмущался тому, как можно вот так вот взять, напилить веток, бросить, оставить и уйти. Одни пилят, а другие вывозят. Почему это нельзя совместить, непонятно жителям улицы Восстания. Но уже давненько между 140-м и 144-м домом валяется куча заиндевелых веток и сучьев. Валяется и ждет. Ну, когда же приедет машинка и вывезет их туда, куда положено? Сегодня ничего не напоминает о том, что здесь лежала эта самая куча веток. Убрали. Молодцы. Вот так бы сразу. Вообще красавчики. Впрочем, спасибо хотя бы на том, что не ушли эти ветки под снег. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели, и победителем нынче становится Оксана Ризванова, которая позабавила нас историей о том, что делать, если снега нет, а на лыжах кататься все равно хочется. Дорогая Оксана, вот ваш подарок от торговой марки «Шоколадная долина». Это известный пермякам и любимый ими шоколадный торт «Амбассадор» с шоколадным кремом и черносливом. Ведь где торт, там и праздник. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт телекомпании «Рифей» и нашу группу ВКонтакте. Как всегда, мы с нетерпением ждем ваших интересных сообщений. Ну а на сегодня это все, друзья. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.